В данном видео вы услышите следующее. Украина отзывает послов из Марокко и Грузии. А также не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, для нас это очень важно. Ну и что, приступим. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Есть те, кто работает вместе со всеми на защиту страны. На то, чтобы Украина могла отвоевать свое будущее. Мы ценим работу каждого того человека, а есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы остаться на должности. Не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для бизнеса. Ищите, пожалуйста, другую работу, сказал Зеленский в обращении.